Просто, конечно, я говорю, что и высшее образование у нас недофинансировано. В качестве тут большого достижения 5 миллиардов, которые идут на развитие инфраструктуры. Михаил Михайлович, а сколько должны наши вузы в качестве штрафов уже по выписанным предписаниям прокуратуры и так далее за разваливающиеся стены, потолки там и так далее, и так далее? Или потом Порядка сразу, 60 сразу, сразу, миллиардов, сразу. правильно, Михаил Михайлович? Нет. Речь это и так Цифру знает, 60 поэтому... миллиардов не подтверждаю, нет. А какая цифра сейчас? Была 54 в прошлом году. Неужели сократили? Общий объем средств, который необходим для поддержания инфраструктуры вузовской, ну, скажем так, в нормальном состоянии, с учетом норм, с учетом амортизации, все составляет порядка 60 миллиардов рублей. Я понимаю, да, но просто этих денег все равно нет. И то, что представляют из себя российские многие университеты, это, конечно, позорище для страны, претендующей на место в пятерке там, выдающихся научно-технологических держав.